Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч третьего тура группового раунда Лиги Чемпионов Аякс Боруссия Дортмунд. В матче второго тура Аякс в одну калитку гнал Бешикташ, но смог забить только два гола. Хотя запросто мог забивать в три раза больше. Но неимоверным образом хозяева умудрились смазать с пары метров по пустым воротам или же лупили точного вратаря. Боруссия в непростом матче минимально обыграла Спортинг. Хозяева, правда, забили аж три гола, но засчитали только один. У Спортинга мало что получалось в атаке, и тех полумоментов, что были созданы, оказалось слишком мало, чтобы рассчитывать на забитый гол. В начале октября Аякс неожиданно проиграл домашний матч Утрехту, прервав свою серию из 9 матчей без поражений. Интересно, что у Аякса нарисовалась серия из 5 нулевых матчей подряд, которая запросто может продолжиться в игре с Херенвеном. Дортмунд двумя матчами с Гладбахом и Лиссабоном на 1-0 прервал свою серию из 10 матчей на тотал больше подряд. Встречаются лидеры группы, которые будут оспаривать первое место. Аякс идет фаворитом. В последних двух играх с Бешикташем и Утрехтом от Аякса отвернулась удача. Можно ожидать, что в игре с Дортмундом она вернется к команде, и здесь хозяева должны бы брать победу. Дортмунд не отличается надежной обороной. Пока точно неизвестно, будет ли играть Холланд. Присутствие норвежца серьезно усилит атакующий потенциал гостей, если Эрлинг успеет восстановиться от травмы. Но даже с Холландом Боруссии будет очень непросто противостоять атакующему навалу хозяев. В норме здесь Аякс должен бы брать победу и должен забить не меньше двух голов. Забьет ли Боруссия — вопрос. Скорее да, чем нет, но Буки дали аномально высокий коэффициент на обе забьют — нет, поэтому тут надо крепко думать. Буки дали планку в 3,5 гола. Здесь, наверное, логично взять низовой вариант с прицелом на счет 2-0 или 2-1. Из связки тотал меньше 3,5 обе забьют да победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на победу хозяев 2,36. На тотал меньше 3,5 1,71, на обе забьют да 1,47. Наверное, вариант с тотал меньше 3,5 здесь можно так и взять за основу. Как-никак встречаются две топовые команды, и в таких матчах чаще не забивается очень много голов. На роль доходного варианта здесь ничего лучше ничьей не придумаешь. Шанс на то, что выиграет Аякс, выше. Но если взять во внимание коэффициент, то здесь буки дали почему-то на ничью коэффициент под четверочку. Это очень много. У Дортмунда идет серия с 28 матчей без ничьих. В любой момент она должна бы уже давно прерваться. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.